1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. В соответствии с принятыми поправками федеральное законодательство на Пенсионный фонд возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 5 категорий россиян, неработающим гражданам, имеющим детей, лицам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным лицам, инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд. Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в Пенсионный фонд не требуется. Если же гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января текущего года ему необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Жители Кашхабского района по интересующим вопросам могут обратиться по телефону 9-13-73, либо позвонить на номер единого контакт-центра 8-800-600-400. Звонок бесплатный.